Чего они там, стыдно, что ли? Ты же ничего не делал. А фотки с чем вам можно откинуть? На вашу пресс-службу? Угу. Это не наш. Не а, МВД. Не наш? Нет, ГУ. А. МВД. А наши ЖНП тоже 50 на машине. За что вы задержали сотрудники полиции? Подозрение, хищение, чужое имущество. Не так разнесли. Какое имущество именно? Ну, сказали? Банкоматы, по-моему. Банкоматы? Игровые терминалы, я так и не помню. А ранее привлекались к ответственности? Нет. Уважаемый, снимайте. За что сотрудники полиции вас задержали? Не знаю. Но вы сами как не догадываетесь? Нет. В Москве давно находитесь? Не очень. С какого периода? Пару лет. Чем занимаетесь в Москве? Ничем. Ну, а на что существуете? Все, да. Нет. Ну, до сюда. Передай Вот так. Представьтесь на камеру. Что? Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Ваша фамилия, имя, отчество. Я по-русски плохо говорю. Ну, нормально, что представиться-то, я думаю, как хватает. Я по-русски плохо говорю. Не понимаю. Пропало знание языка? Переводчик будет одна, ты за это. Просто. Будешь полное право. То есть даже представиться по-русски, да, не можешь? Что? По-русски не можешь представиться? Чем вас сказать? За что вас задержали сотрудники полиции? Дома разрешил я через друга племянника казиношные аппараты. Я не знаю, куда ты будешь приезжать. А каким образом у вас дома оказались эти? Племянника друг попросил, чтобы я вот это поместил в гараж, чтобы они оставили в гараже. И сколько банкоматов хранили? Я не знаю, не банкоматы, это игральные. Ну, игровые. Запрещены, я не хотел их это. Сколько штук хранилось? Я даже не знаю, честно говоря.